Война. Сколько боли, горечи и одиночества несет в себе это слово. Память войны стала нравственной памятью, вновь возвращающей героизму и мужеству солдат. Наша семья по праву гордится своими предками, защищавшими нашу родину во время Великой Отечественной войны. Со слов своего отца, в памяти которого сохранились рассказы моего дедушки о боевом прошлом наших предков, хочу немного рассказать о своих прадедушках. Бахтубаев Кемал Бахтубайло родился в 1900 году в Актюбинской области. Служил в пехоте, как крепкий сложением был назначен пулеметчиком. Его оружием был ручной пулемет ТП-27. Моего прадедушку, как пулеметчика, убившего много солдат врага, наградили многочисленными медалями и орденами. Отец моей бабушки родился в 1914 году в Семипалатинской области. Его звали Кумар Самиев Самиев. Призван на фронт в начале войны, воевал в одном из подразделений 101-й стрелковой бригады в качестве заместителя политрука. Шел всю войну, неоднократно был ранен, вернулся кавалером орденов славы 2-3 степени, награжден многими медалями и орденами, в том числе за взятие Вены, Берлина и освобождение Праги. Мой дедушка по материнской линии Мунатов Мурзабек Мунатулов, родился в 1922 году. Вскоре после начала войны, в возрасте 19 лет, был призван на фронт. Прага воевал, был неоднократно ранен. Вернулся домой лишь в 1947 году, награжденный многими орденами и медалями, такими как Орден Красной Звезды за отвагу, за освобождение Праги и многими другими за воинские подвиги. Дедушка скончался в возрасте 87 лет, окруженным детьми, внуками и правнуками, в почете, любви и безмерном уважении. Мы, их потомки, живущие ныне счастливо, сытно и богато, в свободной и независимой стране, в неоплатном долгу перед ними, и нам предстоит большая и ответственная работа по сохранению и сбережению памяти и деяний наших героев, беззаветно преданных родной земле, отдавших свои молодые жизни, до конца выполнив свой долг перед Родиной.